Здравствуйте, дамы и господа. Это превью к очень серьезному произведению, автором которого является Бертольд Брехт. Оно достаточно объемное, поэтому будет разделено на три части. Причиной этому не способности моей памяти, а скорее соображение коэффициента полезного действия. Это произведение воспримут не все. Не всем оно придется по вкусу. Именно поэтому оно и будет разделено на три части, дабы не отнимать время у зрителей, которым оно не понравится. А те, кому понравится, просмотрят все три видео. Но независимо от того, понравится оно вам или нет, у меня есть небольшая просьба. Это произведение было написано во времена Совка, в 30-е годы прошедшего века. Итак, просьба. Ответьте сами себе на три вопроса. Многое ли изменилось в области взаимоотношений государства и гражданина с момента написания данного произведения до наших дней? Как вы оцениваете современный мир? Как вы относитесь к людям, которые этот мир одобряют? Ответьте себе на эти три вопроса до просмотра видео с этим произведением, а также после просмотра этих видео. И в завершение. Господин Бочаров, всея губернатор земель волгоградских. В этом произведении, в том числе, речь идет и о таких, как вы. Всем, надеюсь, приятного просмотра.